5 июня 1943 года. Письмо Баграчевского Вилли. Дорогой папа, наконец-то 31 мая. Фронт, правда, отсюда далековато. Мы вошли в состав части, которая пришла с фронта, действуя в составе армии, в которой я находился. Местность – леса до болота, плюс комары. Самочувствие хорошее. Питаемся по фронтовой категории. Табаку дают 100 грамм на 5 дней. Посылку твою, наверное, не получу. Адрес, конечно, новый. Может, и он изменится. Что нового у тебя? Как работа? Как самочувствие? Жду с нетерпением ответа. Крепко целую. Виль.